Напомним, в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева единовременная выплата за заключение контракта составляет 2 миллиона рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Кроме того, в регионе действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Горячая линия и консультационный центр «Победим вместе» работают в Самаре круглосуточно. Телефон указан на экране. Мы все-таки за Россию. Мы пошли непосредственно за то, что все-таки ребята там все. Надо помогать своим, как сказать, простыми словами, да, за Родину.